Под руководством Алика мы провели с ним 5 боев. В этом плане очень грамотный. Я его слышал и понимал в ринге то, что он от меня хочет. Поэтому и мне это помогало. Он прям, я до сих пор как помню, я боксирую, вот то, что он говорит, как будто он меня ведет, как будто, знаете, на PlayStation вот, со мной играет. Он мне говорит, бей это, правый снизу, левый сбоку, печень. И я все это же слышу, и все как робот начинаю все это делать. Иногда нужно его, да, вот его мнение, его оценка на поединок. В этом плане он очень хорошо разбирается и понимает, и видит, да, вот где слабые места соперника. Это он видит, реально это ему дано.